занесло совершенно вьетнамский салон. Вот эта девушка только что сушила мне волосы и делала массаж головы. Ее зовут Хуа. Но, честно говоря, салон абсолютно вьетнамский. Абсолютно на нас ничего не рассчитано, но мне понравилось. Вот. Вот я пройду по салону. Вот в таких вот массаж ног делают вот в таких корытах. Можно взять полчаса за 100 донгов. И, так сказать, отключиться. Вот эта девушка делала, сушила волосы хозяйки. Вот, разглаживала их пупышком. Вот. Это местный парикмахер. Антенла. Антенла. Нейм. Донг. Окей, это тяжело выговаривается. В общем, местный, так сказать, парикмахер вот с такой авангардной прической. Иностранцев тут нет. И вообще, я не знаю, нет, они, наверное, тут бывают. Но сюда ходят вьетнамские девушки. Вот. Меня сюда занесло тоже. Здесь делают... Шилав, лаки. Вот, чи лаки, юки. О, пойдем наверх. Такой массажный салон. Чуть дальше Бэйби Лили по четвертой линии. Опа, а что здесь синее? Боже, здесь все типа стерильная лампа. Ой, это самое, ну да. Прикольно.